Главное мероприятие, посвященное годовщине Великой Победы в Алматы, состоялось у Вечного огня в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В этот день почтить память павших воинов и поздравить героев-ветеранов с праздником Великой Победы пришли жители и гости Алматы. Открыл торжественное мероприятие глава города Ахметжан Есимов, который поздравил всех со знаменательным праздником. 9 мая – день светлой памяти всего нашего народа. Мы безмерно благодарны ветеранам Великой Отечественной, дружинникам тыла, всем тем, кто приближал победу, за их отвагу, героизм, самоотверженный труд, проявленный на фронтах и в тылу. В начале церемонии минута молчания в память о тех, кто не вернулся из боя. За 4 года войны на фронт ушли более 1,5 миллиона казахстанцев. Из них 70 тысяч составили алматинцы. Поклониться всем отдавшим жизнь ради свободы Родины пришли тысячи горожан. К вечному огню у мемориала славы легли венки и цветы от благодарных потомков. Самых почетных участников церемонии – ветераны войны и тыла, которые пришли отдать дань памяти своим боевым товарищам и вспомнить 9 мая 45 года. 69 лет спустя День Победы для них остается самым главным праздником. Самый первый День Победы я уже возвращался и был в Бресте. В Бресте мы праздновали День Победы. В это время, значит, еще дальше продолжалась война. Сейчас в Алматы проживает более 1000 участников войны и более 20 тысяч тружеников тыла. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, завершилось обедом и концертной программой. Юлия Искевич, Эльфара Бегусинцов, телеканал «Алматы».